Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Для Тельца 2020 год – год перемен, особенно если в 2018 и 2019 годах у Тельца были годами застоя. Уже 2019 год намекал на некоторые изменения, так вот, 2020 является отправной точкой, в гораздо более динамичный ритм и более качественную жизнь. Захочется всего и сразу, самое главное для Тельца будет оттачивание своих навыков и планирование своего дела. В 2020 году вас и ваше дело начнут замечать. 2020 год Тельцам предстоит заложить фундамент финансового благополучия на последующие 5-7 лет, но будьте аккуратны с авантюрными идеями. Вложение в них может загнать вас в долги на последующие годы. Ваши финансовые вопросы в 2020 году – это ваше личное дело. Никто вам не поможет и не посоветует. Даже если советы будут, перепроверьте несколько раз. В карьере за весь год будет несколько скачков, исключительно вверх. Многим тельцам придется переехать. Кто-то неожиданно для себя сменит страну или город проживания еще в самом начале 2020 года. Это произойдет очень внезапно. По части финансов и карьеры этот год будет гораздо лучше предыдущих 4-5 лет. Год дополнительных заработков, карьерного роста, год перехода из одной сферы деятельности в другую. Телец будет вынужден успевать все и сразу, особенно в летние месяцы. Замыслы, планы, проекты, начатые в 2019 году, перерастают в практическую фазу. У очень многих тельцов появится возможность улучшить свой социальный статус. Многие заметят, что те преграды, которые были перед тельцами в 2019 году, разрушаются сами по себе, чего бы это ни касалось. У тельцов старшего поколения появятся серьезные вынужденные расходы на их детей либо родственников. Многие из них будут слишком нагло пользоваться вашей добротой и отзывчивостью. Ситуации, когда у вас взяли в долг и не собираются отдавать, будет в 2020-м не редкостью. Для одиноких тельцов много перспективных знакомств состоится в летние и зимние месяцы. С января по март телец почувствует душевное равновесие, покой. В этот период многие будут просто наслаждаться жизнью, найдут хобби, уйдут в спорт. Особенно в январе и феврале тельца ждут безумное количество знакомств с разными людьми. А доверяешь ли гороскопам ты? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.